За 20 лет в воздушной гавани областного центра изменилось очень многое. Сам аэропорт теперь международный и носит имя Юрия Гагарина. Самолеты теперь не тушки, а Боинги. Международных рейсов стало теперь больше, чем внутрироссийских. Неизменным остается высокое качество обслуживания пассажиров и бдительная работа контролирующих служб, включая, безусловно, и пограничников. Отрадно и то, что и сегодня в пограничном управлении ФСБ России по Оренбургской области служат те, кто приехал в Оренбург 20 лет назад, когда еще все только начиналось. Сюда я приехал одним из первых, то есть и по существу здесь и остался первым действующим пограничником. Значит, и вот 20 лет, конечно, уже серьезный такой срок, но все свежо в памяти, вот как будто только вчера все это было, и тот же международный сектор немножко, правда, так сказать, подкрашенный, немножко облагороженный, вот, все точно так же, как 20 лет тому назад. Изначально международный сектор был отделен от главного здания аэропорта. Затем оформление пассажиров стали производить и там. Первоначальные рейсы у нас были штучные, два раза в неделю. А теперь Оренбуржье связывает со странами Западной Европы, с Востоком и так далее круглогодично. И благодаря вот авиапредприятию, благодаря, значит, их усилиям, ну и, соответственно, то, что сделано было нами с начала 93-го и по настоящее время. В день нашей работы в аэропорту мы увидели то, в каком темпе приходится работать пограничникам, таможенникам и представителям Роспотребнадзора. Практически с часовым интервалом в Германию улетал рейс на Ганновер, из турецкой Анталии возвращались отдохнувшие туристы, да еще и прилетал самолет из Таджикистана. При пограничном и таможенном оформлении потоки пассажиров разводятся по разным зонам. В главном здании аэропорта это рейсы в Европу и Турцию, в здании международного сектора рейсы из стран Средней Азии, которые требуют больше времени для осуществления предусмотренных законов действий по оформлению. Действительно, за 20 лет изменилось многое. Появилась новая аппаратура, новые кадры, изменились маршруты полетов и мотивация пассажиров. Поменялся контингент, который наша служба контролирует. Если на заре становления нашей службы можно сказать, что в основном это были так называемые челночники, скажем так, и в первую очередь, конечно, контроль был осуществлен в отношении строителей. Если кто-то помнит, строили болгары, у нас здесь очень много. И в то же время был Аксай. Теперь этого уже нету. Теперь люди, которые вылетают за границу, это в основном отдыхающие, туристы. И если смотреть на такие рейсы, как Дюссельдорф, то это лица, которые в свое время вылетели на постоянное место жительства и теперь уже прилетают сюда, на свою историческую родину, в гости. Работа с международными рейсами стала явно больше. Ведь кроме тех процедур, которые видят пассажиры, улетающие за рубеж или возвращающиеся оттуда, пограничники вместе со своими коллегами досматривают самолеты после выхода пассажиров, отдельно оформляют экипажи самолетов и обеспечивают экономическую, правовую и санитарную безопасность страны здесь, на небольшом участке воздушной государственной границы, где находится КПП «Оренбург Аэропорт». КПП «Оренбург Аэропорт» в сутки сейчас оформляет у нас около от 6 до 10 рейсов в сутки. Это рейсы у нас на Таджикистан, Армения, Турция, Германия, Греция и Украина. По сравнению с 20-летием, и что было 20 лет назад, и, конечно, на данный момент штат пункта пропуска увеличился, очень много сотрудников, поэтому хватает нам на оформление всех рейсов данных сотрудников. То, что сотрудников и пограничников хватает, это замечательно. Ведь работа постоянно прибавляется. Статус Оренбурга как евразийского перекрестка подтверждается расширением международных связей и, как следствие, увеличением международного воздушного сообщения. А работа у контролирующих служб сложная. Места для нее тоже хотелось бы побольше. Что удовлетворило бы и пассажиров, и помогло пограничникам, и их коллегам из других служб в работе. Ну а пока мы поздравляем будущих юбиляров и обязательно продолжим рассказывать телезрителям о сложной, но так необходимой службе пограничников. Станислав Колесников, Семен Воробьев. Итоги недели.